Настоящая легенда Одинцовского округа. Гостей встречает ветеран Великой Отечественной войны, участник Парада Победы 45-го года Константин Сергеевич Федотов. В свои 98 лет он все такой же активный. Участвует в разных мероприятиях, следит за своим здоровьем. В санаторий ездит ежегодно. Когда мы где-то в конце октября оформляем все, и в ноябре мы отправляемся на 21 день, да? Всегда скромный, лишний раз никогда ничего не просит, говорит Михаил Солнцев. Даже когда в квартире понадобился ремонт, на помощь не рассчитывал. Но депутаты в стране не остались. Не только переклеили обои, но и установили кондиционер. Да скромно, так все, да вот тут немножко обои отошли. Ну, знаешь, такой ремонт, да? Тем более дом, который уже такой возраст, у дома серьезный, и делали с высоким качеством. Потянули за обои, отходит другой лист, третий лист. Прихожей. То есть надо делать ремонт. У Константина Сергеевича планы на год вперед. Уже начал готовиться к своему столетнему юбилею. Решил, издаст автобиографическую книгу. Уже написал от руки более 40 страниц. Осталось внести последние штрихи. В декабре месяце, 65 лет. 65 лет ракетных войск. В следующем году 80 лет будет Дня Победы. Победа. И 80 лет Парада Победы тоже в Америке. И последнее событие, конечно, это СВО. С изданием книги Константину Федотову пообещала помочь председатель Совета депутатов Татьяна Одинцова. Ведь это будет не просто книга о жизни одного человека. Это будет история страны. Карина Яряшева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».